Андреас Винс, всемирно известный бизнес-тренер, практик, президент и основатель частной Международной академии продаж и построения бизнеса. Автор книг «Лестница к успешному бизнесу» и «Фундамент успешного бизнеса». Неоднократно признавался чемпионом мира по продажам в крупных международных компаниях прямых продаж. За его плечами более чем 20-летний опыт успешной работы в MLM-бизнесе. Господа, в чем я однозначно твердо уверен. Пока человек живет, у него есть всегда возможности. Всю его жизнь его окружают возможности. И мне очень нравится это русское слово «возможность». В нем есть слово «можно». И разрешение уже дано. Проблема людей заключается в том, что они эти возможности не замечают. Чем отличается Роман Василенко от многих других руководителей компании? Почему ему так повезло? Ну что он делает не так, как другие? Я думаю, что Роман отличается тем, что он видит возможность и этой возможностью пользуется. Никогда на одной сцене мы не собирались вот так все вместе с уважаемыми господами. И может быть кто-то скажет, ну как это возможно? Господа, можно, если этого сильно захотеть. И поэтому я желаю вам, чтобы вы никогда не теряли своих возможностей. Пользуйтесь, открывайте глаза, действуйте, и вы увидите, как этот мир прекрасен. Радуйтесь жизни. Каждое утро, когда просыпаетесь, благодарите Создателя за то, что вы снова живы, что перед вами есть новая возможность, новый день, и сделайте все, чтобы этот день был незабываемым днем. Живите его так, как будто это последний день вашей жизни. Потому что он больше никогда к вам не вернется. Никогда. Я думаю, что Роман относится к той категории руководителей, которые видят свои возможности и их не упускают. У него золотая голова, он действительно собрал вот весь опыт, который можно было собрать в данный момент. И идеально его используют. Когда человек решает свой вопрос, он упирается всегда в проблему денег. Особенно, когда касается вот таких моментов, как покупка жилья. Простому населению, как правило, это очень трудно. В связи с теми банковскими условиями, которые существуют сегодня. Поэтому Роман выбрал просто оптимальную форму такую вот, и она здорово работает. И причем он соединил сетевой маркетинг, то есть он построил это на основе вот этого бизнеса. И людям дается шанс так просто, легко получить то, о чем они мечтают. Это супер. И то, что сделал Роман, не удалось сделать никому.